Роспотребнадзор призвал оренбуржцев не купаться в фонтанах в жаркую погоду. По данным ведомства, объекты, расположенные в парках и скверах на площадях, являются, цитата, «специфическими гидротехническими сооружениями, выполняющими декоративную функцию и не предназначенными для купания». Вода в чаше фонтана в результате свободного доступа загрязняется, особенно в жару, и в ней быстро размножаются микроорганизмы. Загрязненная вода, попадая на слизистые оболочки, в рот, например, может стать причиной заболевания. Родителям, имеющим малолетних детей, необходимо помнить, что купание в чаше фонтана может быть опасно для здоровья.